Сегодня я приняла участие в бьюти-дне конкурса «Мастер-шоколадница 2014». Мы поговорили с девочками о моде, о стиле, о вдохновении. Все участницы конкурса очень яркие. Я, конечно же, желаю всем огромной удачи, не бояться быть самой собой, и тогда все обязательно получится. Развития личности, территория первых, в лице студии «Стиля» побывали на конкурсе «Мисс Старшеклассница». Девушки были приглашены, опять же, к нам на занятия по модельном агентстве, либо в студии «Стиля», для того, чтобы женщины, девушки дальше развивались, активно себя самопрезентовали, для того, чтобы научились производить нужное впечатление на нужных людей. Желаю всем девочкам, всем участницам желаю скорейшего продвижения, успехов и достижения поставленных целей. Здравствуйте, меня зовут Машонкина Ольга, мастер-стилист по волосам. Сегодня вместе с территорией первых я выступаю экспертом по волосам на Beauty Day специально для конкурса «Мисс Старшеклассница». Желаю всем девочкам быть красивыми, успешными и победы! Мне очень приятно, что сегодня мне удалось не только организовать вместе с моей коллегой для наших девочек «Мисс Старшеклассница» 2014 года этот красивый день красоты. Мне очень радостно, что мне сегодня удалось провести для девочек небольшой мастер-класс по повседневному макияжу. Так как повседневный макияж, конечно, в жизни каждой девушки играет очень важную роль. И мне очень хочется, чтобы наши девочки всегда сияли, всегда были красивыми, всегда улыбались, всегда были свежи и
бегуна обворожительны, но они у нас и так все такие. Но сегодня я думаю, что мне удалось научить их некоторым хитростям, и теперь это все станет в разы краше и в разы ярче. Спасибо большое за этот день, спасибо девочкам за внимание, и огромное спасибо всем тем, кто нам сегодня помогал в организации этого дня, именно клуб развития территории первых, конечно же, Ксения Тимкина, которая связалась с нами с самого Милана, это не шутки, вот, и, конечно же, стилисту по парикмахерскому искусству, ну и, конечно же, торгово-развлекательному центру «Планета», а именно Дане Гухману за предоставленную возможность, а именно место проведения и съемок, проведения нашего Дня красоты, потому что если бы не он, сидели бы мы на улице. Все, спасибо большое. Сегодня у нас был очень интересный мастер-класс «День красоты». Нам все очень понравилось. Особенно мне понравился мастер-класс от Лизы Иланской. Целых 6 часов мы были в окружении участниц. Было очень интересно. Особенно меня поразило то, что наши кировские девочки сейчас учатся в Милане. Это было очень приятно и очень интересно увидеть. Вообще мы узнали очень много интересного о волосах, о косметике и о моде в общем.